которые взяли у Бориса Борисовича недавно. И там возник вопрос, этнический ли это фестиваль. И как выяснилось, что не совсем. Но поскольку многие здесь ждут фольклор и фолк, мы не можем его не исполнить. Тем более, что мы так его любим. И сейчас прозвучит песня «Жаркое солнце», которую пели на покосе наши замечательные прабабушки и прапрапрабабушки. А пели они для того, чтобы солнце скорее скрылось за горизонтом. Им было не так жарко, не так долго работать, чтобы день скорее кончился. Жаркое солнце. Можно танцевать.
танцы.